Приветствую всех зрителей и подписчиков канала Волков Информ. Сегодня в этом видео я расскажу вам о новом инновационном матричном проекте Status 7.0. Расскажу, как он работает, покажу все его особенности и фишки. Проект работает только через Telegram-бота, и здесь вы будете зарабатывать по 50% с каждого вашего лично приглашенного и по 4% с каждого места в матрице по маркетингу на 10 уровней в глубину. И это еще не основная его особенность. Главную фишку я расскажу чуть позже, когда будем подробно рассматривать маркетинг. Так что досмотрите видео до конца. Официальный старт проекта Status 7.0 состоится 25 декабря, но уже вот сейчас можно заходить, все работает, все отрабатывает по маркетингу, можно заводить деньги, можно выводить. Как раз самое подходящее время для того, чтобы занять место на предстарте и начинать работу. Ажиотаж по проекту бешеный, чаты официальные кипят, вы можете перейти по ссылке ниже и посмотреть, убедиться во всем самостоятельно. Давайте в этом видео я просто расскажу о маркетинге проекта, покажу его все особенности, подробно все посмотрим, а уже потом, как заводить деньги, как выводить, как регистрироваться, все это будет потом в моих последующих видео. Итак, маркетинг проекта Status 7.0. Здесь всего у нас получается два маркетинга, но я буду рассказывать маркетинг на примере тарифа старт. В данный момент это самый оптимальный для входа тариф, потому что тут есть у нас еще free, но там особо ничего не заработаете на бесплатном, и бизнес, но он довольно дорогой. Поэтому вот старт сейчас самый оптимальный. Вход всего от 100 рублей. В каждом из этих тарифов в старте и в бизнесе есть по 10 матриц. Это совершенно независимые друг от друга матрицы, разные структуры. Называются они S1, S2 и так далее до S10. Минимальный вход в проект составляет всего лишь 100 рублей. Это стоимость первого статуса, то есть вы заходите в первую матрицу S1. Стоимость матрицы S2 уже 200 рублей, S3 400 рублей. То есть получается, что стоимость каждой матрицы в два раза дороже, чем предыдущая. Это на маркетинге старт. Матрицы независимы, матрицы не пересекаются, взаимного перехода между ними нет. То есть каждую из них вы покупаете при желании отдельно и последовательно друг за другом. То есть нельзя, допустим, купить матрицу S3, не купив предварительно матрицы S1 и S2. То есть покупается все по порядку. Сначала S1, потом S2 и так далее. Структуры этих матриц одинаковые. Они представляют из себя переливные бинары на 10 линий. Давайте рассмотрим подробнее на примере матрицы S1. Первая матрица за 100 рублей. Что значит бинарная конфигурация? Это значит, под вами может быть в первой линии только 2 человека, во второй линии 4 человека, в третьей 8 и так далее. То есть, зайдя в матрицу, вы оказываетесь наверху структуры, и под вами строго ограниченное количество людей в первой линии, то есть 2 человека. С каждого из них вы моментально получаете на баланс по 4% от суммы входа. Это ваш доход с матрицы, здесь с каждого заполненного места идут выплаты по 4%. Итого с первой линии получается 2 человека по 4% это 8 рублей. Во второй линии может быть только 4 человека. Опять же с каждого из них вы получаете по 4%. Эти 4% вы будете получать со всех 10 линий в глубину. И неважно, вы пригласили этих людей, или эти люди достались вам переливы от ваших активных вышестоящих спонсоров, или те люди, которые попали вам в структуру, начали активно приглашать и начали заполнять уже вам структуру, неважно, как попали сюда эти люди, как они закрыли вам матрицу, да, вы в любом случае с каждого из них будете получать по 4%. Здесь это называется пассивный доход, то есть доход от структуры. Со второй линии это уже получается 16 рублей. Третья линия это 8 человек, с каждого из них тоже по 4%. И четвертая линия это 16 человек, пятая 32 человека и так далее. Десятая линия это уже 1024 человека в матрице, с каждого из них по 4%. Сумма уже набегает 4096 рублей. Здесь не нужно ждать, пока закроются там ваши столы накопительные, да, вы перейдете с одного стола на другой и только тогда доберетесь до выплаты. Здесь не так, здесь только вот человек падает вам куда угодно, в первую линию, во вторую, в десятую, неважно, сразу с него вы получаете по 4%. Если сложить все вот эти вот суммы с каждой из линий, то в итоге мы получим доходность 8184 рубля
Здесь это называется пассивный доход с 10 линий. При входе, заметьте, всего 100 рублей. Это я рассматриваю самую недорогую, самую доступную матрицу S1. Те матрицы, которые подороже, соответственно, и доход там будет выше. Но то, что стоимость первой матрицы такая низкая, это тоже хорошо, потому что приглашать сюда легко. Работают ли здесь переливы от ваших вышестоящих спонсоров? Да, по маркетингу это все работает, но ваш вышестоящий должен быть активный, чтобы вы получали переливы. Как это работает? Ну, как обычно в таких матрицах, смотрите, первая линия у вас ограничена 2 человеками. Всего лишь 2 места. Допустим, вы пригласили вы сюда одного партнера, сюда пригласили второго. И на этом не остановились. Продолжаете приглашать дальше. Приглашаете там 5-10 человек. И куда они попадают? Они попадают вам уже не в первую линию вот сюда, а уже во вторую. Заполняют вам вторую линию. Заполняют вам третью линию. Это ваши партнеры. Но они становятся уже под вашу первую линию, то есть обеспечивают им так называемый перелив. Но никогда не стоит рассчитывать только лишь на одни переливы. На этом вы много однозначно не заработаете. Всегда, когда вы заходите в матрицу, нужно прежде всего заходить на актив, потому что перелив он может быть, а может не быть. Тут все зависит от многих разных факторов, и никто вам не сможет обещать перелив на 100%. Заходите в матрицу, заходите сразу на актив, сразу начинаете приглашать, а переливы так называемые, воспринимайте их просто как дополнительный бонус, как дополнительный толчок. Я в том числе переливы никому не обещаю, просто потому что знаю, что ни один лидер, ни один активный человек не может обеспечить переливами абсолютно всю свою структуру. Тем более в статус 7 не приглашать, ну это большая ошибка, потому что помимо того, что вы видите сейчас на экране по 4% с каждого человека на 10 линий, здесь еще есть активный доход. 50% вы будете зарабатывать с каждого вашего лично приглашенного. То есть как это работает? Если ваш лично приглашенный зашел на первую матрицу за 100 рублей, вы с него сразу в то же мгновение получаете 50%, то есть 50 рублей. Плюс сразу вам идет 4% от матрицы, то есть сразу 54%, 54 рубля вы возвращаете. И в итоге двух человек приглашаете, вы не только отбиваете тем самым сумму входов, но еще и зарабатывать начинаете, а дальше уже на 10 линий вниз все идет в плюс. А если ваши партнеры заходят не на первую матрицу, а на более дорогие, допустим, зашли не на 12800, 6400 вы сразу получаете в качестве реферального вознаграждения. Вообще в статус 7.0 есть два типа дохода, как вы, наверное, уже поняли. Это активный доход, 50% за каждого лично приглашенного человека. То есть, почему активный? Вы сделали определенное действие по приглашению человека, проявили активность, пригласили его в проект, получили за это активный доход в виде половины стоимости входа в матрицу. И есть пассивный доход 4%, то есть то, что мы получаем за каждое заполненное место в матрице на 10 линий в глубину. Но это еще не все. Теперь главная фишка, главная особенность матрицы статус 7.0 – это то, что вы будете получать бонусы в виде начисления от активного и пассивного дохода ваших партнеров. То есть вы будете получать начисления от дохода ваших лично приглашенных. Начисления с их дохода. Во-первых, вы будете получать бонус 10% от активного дохода лично приглашенного. То есть как это работает? Вот вы пригласили какого-то человека, он в свою очередь пригласил своего партнера. Получил свой активный доход 50%, то есть 50 рублей. И вы от его активного дохода, от тех 50 рублей, которые он получил, вы получаете еще 10%. То есть 5 рублей сразу идет вам на баланс. И если таких партнеров будет много, и такие партнеры будут приглашать людей, которые заходят не только на первую, но и на все там последующие матрицы, то доход будет очень хорошим. 10% от активного дохода. Это первый бонус. И второй бонус тоже 10%, но от пассивного дохода лично приглашенного. Пассивный доход, как мы рассмотрели выше, это доход с матрицы. То есть, допустим, вы наприглашали там партнеров, они стали по матрице, у них закрывается структура, они получают начисления в виде пассивного дохода по 4%. И вы с их начислений пассивных, вы еще получаете по 10% сразу на баланс. Видели когда-нибудь такие матрицы с начислениями от дохода ваших партнеров? Ну и экстра бонус, это такая рандомная штука, это он все время меняется по усмотрению администрации.
500 тысяч рублей, конечно, никаких я не видел, но в чате так мелькают сообщения, что совершенно случайно люди получают там по 3, по 4, по 5 тысяч, я, по-моему, максимум видел. Это бонус только за лично приглашенных, выплачивается он мгновенно, как только ваш партнер покупает статус. 1 рубль там гарантированная выплата, но может достигать и больше. Ну, просто имейте в виду, что он есть, и вот этим третьим экстра бонусом управляет, ну, полностью админ, да. И как происходит вообще распределение денег? Допустим, заходит кто-то, либо вы зашли, либо ваш партнер зашел. Ну просто, заходит человек в матрицу, покупает статус S1 за 100 рублей. И как распределяются сразу в этот момент его деньги? Из этих 100 рублей сразу вычитается 50 рублей, это активный доход того человека, который его пригласил. То есть 50 рублей сразу уходят пригласителю. Дальше идет пассивный доход, то есть по 4% на 10 уровней в глубину, ну а в данном случае вверх, получается 4 на 10 это 40%, 40 рублей распределяются вышестоящим на 10 линий вверх. То есть мы уже имеем в сумме 90 рублей. Дальше, 50 рублей заработал ваш пригласитель, но у него есть свой пригласитель, который заработал с него 10% от его активного дохода, то есть 5 рублей. Эти деньги уходят пригласителю вашего пригласителя. И 10% от пассивного дохода, в данном случае в этой матрице это 40 копеек, тоже уходит вверх. Итого получается у нас 95 рублей 40 копеек. Сразу распределяются по маркетингу, сразу идут в систему. Но еще остается 4 рубля 60 копеек, ну, чтобы математически было все четко. Эти деньги идут как раз на выплату экстра бонусов. То есть математически здесь абсолютно все логично, все складывается. Здесь система не накапливает долгов, как некоторые писали в чате, я видел, откуда такие выплаты. Ну, я надеюсь, что я понятно объяснил маркетинг. Если какие-то вопросы остались, можете их задавать. Все мои контакты находятся внизу в описании под данным видео. Я сам в данный момент нахожусь сейчас на статусе S5, то есть при входе в проект я сразу купил 5 статусов. Обошлось мне это пока в 3100 рублей. Если вам проект понравился и маркетинг вас заинтересовал, заходите по ссылке ниже, регистрируйтесь. Ссылка находится в описании под данным видео, но сразу имейте в виду, что большинство людей, они крутятся на статусе сейчас S1. И постепенно будут переходить на другие статусы, S2, S3 и так далее. Я думаю, что сейчас в данный момент имеет смысл заходить не просто на статус S1, а купить хотя бы S2 или S3, чтобы изначально уже на предстарте оказаться в чуть более выгодном положении, потому что когда люди начнут переходить из первого статуса, они будут оказываться уже под вами. Ну, а вообще решайте сами, это так просто мой совет. Это маркетинг старт. Дальше мы видим тут варианты лидерского входа. Ну, посмотрите, я этот PDF, ссылку на него выложу тоже внизу в описании. И маркетинг бизнес. Тут тоже 10 матриц, S11, S20. Но суммы входа здесь пока, на мой взгляд, недоступные. 100 тысяч стоит матрица S11, так что мы его пока рассматривать вообще не будем. Но вообще он полностью идентичный. Только суммы входа разные, суммы выхода. Все на этом. Итак, видео уже затянулось. Дальше в моих следующих видео я уже буду показывать конкретно, как надо регистрироваться в проекте статус 7.0, как делать настройки в Telegram-боте, как заводить деньги в проект, как покупать статус. И сделаю еще следующим видео по выводу денег уже из проекта статус 7.0. А на этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Если видео было вам полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик. А с вами был Иван Волков. Я желаю всем удачи и больших заработков. До свидания.